Можно по 30 рублей покупать охуительные книги. А кто будет выступать? Оксимирон, Джарахов, Моргенштерн, ЛСП. Мне кажется, я отравился сегодня. Райдрав, мы нашли тебе брата-близнеца или парня? Ой, я так молодо выгляжу, мне 38, братан. Серьезно? Да. Это правда? Правда. Let's scream! She can pee with a smile, she can room with her eyes. She can ruin your feet with her casual life. Йоу, это желтый рояль и это Сэм. Если ты хочешь попасть на наш дуэт-концерт, напиши об этом в комментарии. А пока что мы в Санкт-Петербурге. И я привез с собой в северную столицу солнца. Чек, привез хип-хап. Хап-хип, чек, хотел привезти еще Скепту и Дензела, но потом подумал, слишком много кайфа будет для твоей белой задницы в одно лето, поэтому Оксимирон, Рейдж Ремед, малышка Бэд Бэйби, ну что, SPB, let's go check what you got. Как жизнь? Неплохо. Нет, тоже. А что ты делаешь? Я тут фотографирую, слушаю музыку, ем, пью. А что это за движуха? Welcome to LA. Там здесь весело, невероятные эмоции, такие позитивные люди. Тебе заплатили за это, чтобы... Да! Это Стивен и Алекс на Locals Only. Что вы тут делаете? А мы пришли на концерт. На Скепта или Дензела Карри? На Гонфлада. На Рейс Ремарт пришел посмотреть. Но не сегодня. Сегодня Оксимирон. Как ты сказал, они называются? Rise Remord. От какого это языка? Американского? Что за тусовка? А девишник. Девишник? Да. Света Зуопати. Кто счастливится? А, вот она. Она выходит замуж за англичанина. За англичанина? Да. Воу! Где ты урвала англичанина? Что? На Кипре, да. Они там все водятся. Дай совет девочкам. Вот что надо делать? Хорошо учитесь в школе. На-на-на-на-на-на-на-на. Учите английский. Левин Эдуард Евгеньевич, а чего делаете этим воскресным вечером здесь, на пирсе? Я пришел потусоваться, посмотреть на Дензела Карри. Почему мы засмеялись оба? Не знаю, потому что его, блядь, здесь нет. Кто твой любимый MC из тех, кто будет сегодня выступать и завтра на Locals Only? А кто будет выступать? Я не знаю, кто будет выступать. Мияги будет, Эншпиль будет, Хабиб зачитает. А, да? Вот из троих кого выбираешь? Мияги, Эншпиль или Хабиб, читающий рэп? Мияги. Ты уверен? 100%. Хабиб же найдет, нет? Ничего страшного. Давай привет Хабибу мы передадим. Привет. Все? Да. Накинь мне своих любимых исполнителей. Оксимирон, Джарахов, Моргенштерн, ЛСП. Кто самый крутой? Оксимирон. Почему Оксимирон? Ну, я с детства знаю, у меня родители слушают его. А, ты с детства слушаешь Оксимирона. Поставь лайк этому ролику, если ты тоже слушаешь с детства Оксимирона. Big Baby. Big Baby. Да подожди ты, братан. Гон. Придумай что-то. Гон. Масло черного. Фундука. Масло черного фундука, мы ждем твой альбом, мадафака. Мама, я Полина, я на Locals Only, я хочу поесть чего? Хачапури. Мама, я на Locals Only, я Полина, хочу поесть хачапури и послушать... Скепта. Вообще Скепту, но Оксимирон тоже подойдет. Что ты думаешь, что Locals Only, то, что Скепта не приехал, и вот Мирон... Это очень грустно, что Скепта не приехал. Оксимирон, господи, все видели уже пятый раз. Мирон, извини, ты пожалуйста. Ты живешь не в одном городе. Ну, мы вчера его видели. И ты говоришь такое на камеру. Я люблю Мирона Яновича. Просто я говорю о том, что мы его много раз видели лайвом, а Скепту я никогда не видела. Я бы очень хотела Скепту увидеть. Но я только за увидеть Оксимирон лишний раз. У него прекрасное творчество, прекрасная музыка. Салат с оливками, с оливками. С оливками. Неправильный ответ. Не знаю. Это шоу утреннего Урганта. Блин, я еще вспоминаю дурацкие шутки от Райтрауна. А? Кто это? Я не знаю, кто это. В смысле, ты Райтраун? Окей, я Райтраун. Я тебе задал эти два вопроса. Как ты думаешь, вот по этим вопросам, что это за персонаж такой? Наверное, рэпер. Рэпер?
Какую музыку он делает? Old school или new school? New school. New school. Ага, ага, ага. Обрисуем его внешне. Вероятно, он носит очки, братан. Он носит очки, да. Что еще? Вот я подошел к тебе и сказал, что ты right round. Косуху, косуху. Косуха, реально, он носит постоянно эту косуху в офис. Что еще? Мы одну двоих с ним носим. Типа, ну, в последнее время очень мало платят. Right round, мы нашли тебе брата-близнеца или парня? Скорее, не то, не то. Йоу, мы на фестивале Locals Only. Тут спорт, рэп и немного секса. Вик, что ты делаешь? Я тянусь к ноге. А, ты тянешься к ноге? Да, да. К полу. Хочу понюхать траву. Ой. Понюхать траву? Ее обычно курит еще. Да, я знаю, я тут перепутала. До чего ты растягиваешься? Такое не говорят. То есть я все-таки попал, да? Да. Сверху или снизу? Сверху. Почему сверху? Так интереснее. Чтобы быть ближе к небу. А, именно про небо сейчас говорим. Мы сейчас про религию говорим, про небо, чтобы быть к небу. Что там? Там пустота. А ты так задумчиво сидел и... Да просто люблю воду. А, ты любишь воду? Угу. Ты умеешь плавать? Да, конечно. Ты второй черный после Жака Энтони в России, кого я знаю, кто умеет плавать. Остальные все не умеют? Я не умею плавать. Почему? Я говорю, я ни одного черного не знаю, кто умеет плавать. Что мешает? Не знаю, белый не умеет прыгать, мы не умеем плавать. Не знал? Возможно, возможно. Ты умеешь плавать, и Жак Энтони умеет плавать. Все. Что за музыка сейчас на сцене играет? Слушай, вообще не знаю. Что ты делаешь, когда ты не знаешь, какая музыка играет? Я ухожу от этой музыки. Или уплываю. Не кажется, я отравился сегодня? Вам, ну, я не знаю. Что нужно делать в таких ситуациях? Два пальца в рот. Два пальца в рот? Да. А потом? А потом вы увидите, что будет. Два любых пальца в рот? Думаю, да. Свои пальцы или можно чужие пальцы? Не имеет значения. А, мы все еще говорим об отравлении? Я да. Stick up! Ру, скоро новый хит. Как мы назовем наш трек первый? Береза. Береза? Типа потому, что черное и белое? И оно все органично и натурально. Старик, это была лучшая шутка за сегодняшний день. Спасибо. Вам не кажется, что мем... про культурную столицу Петербурга немного притянут за уши. Не знаю, но я здесь нашел один клевый магазин с книгами комиссионными. Можно по 30 рублей покупать охуительные книги. Я так и делаю. Я был на вашем концерте, да, еще в библиотеке Ленина в Москве. О, точно. И там был небольшой стенд книги Gone Club. Признаюсь честно, я усомнился в том, что те книги выбрали вы сами, поэтому дайте Нет, мне, пожалуйста, три ваши самые главные книги в жизни. В жизни? Да. Которые повлияли на вас максимально сильно. Сейчас на меня влияет очень сильно. Я читаю, но я только половину прочел. «Томас Манн. Волшебная гора». Охуительная книга. «Томас Манн. Волшебная гора». Дало понять мне чуть-чуть, что было у нас в прошлом в стране книга «Архипелаг ГУЛАГ». Я хочу ее прочесть, никак до нее не дойду. Третья. «Маяковский. Хорошо». Сборник стихов. Там, где «Флейта позвоночник» еще поэма есть. Откуда ты берешь эти книги? Это кто-то советует тебе, или ты просто скроллишь и натыкаешься? Изначально я знаю, что какие-то книги хорошие, потому что я слышу о них. Mm-hmm. Потом, если ты читаешь другие книги, в них часто упоминаются еще какие-нибудь. Например, читаешь Хемингуэя, там упоминается чел, который написал... Какой твой любимый роман у Хемингуэя? Хемингуэя? Ну, я немного читал. «Прощай, оружие» я не читал. «Старик и море» читал, и еще какие-то рассказы. Блять, как же называется? Неважно. Книг много хороших. Читайте. Это Санкт-Петербург. Мы сделали тебя культурной столицей, поговорив тут о книгах. Когда твоя тёлка тупая, сука! Когда твой парень тупоёт! Нахуй это дерьмо! Салам алейкум! Привет! Как отвечают на салам алейкум? Все отлично, все супер! А именно так, да? Да. Кто сейчас играет? Сейчас шазамну. Шазамнишь? Да. Нафига шазамить? Ну, чтобы узнать, кто играет. И что показывает?
Так, пока что не могу сказать. Он показывает, слушайте плейлист фестиваля Locals Only в Apple Music от Studio 21. Сколько мы заплатили тебе за эту рекламу? Ноль. Да? Действительно. Ты все равно согласился? Мы разговаривали, в смысле? Это Санкт-Петербург, это Locals Only, меня зовут Сэм, а справа от меня сидит Моргер. What's up, bro? Моргер. What's up, bro? Моргер, what's up, bro? Моргер, what's up, bro? Это ты откуда? Где твой контент смотреть? Я тут. Откуда? Я сэнти, чувак. Давай небольшой блиц. В Питере многоточие что? Пить. В Москве многоточие что? Работать. В Улан-Удэ многоточие что? Наслаждаться природой. Наслаждаться природой? Да. Грайм или батл рэп? Батл рэп. А? Батл рэп. Батл рэп? Да. Грайм или батл рэп? Батл рэп. Батл рэп, да. Прокисшая шаверма или всю жизнь есть Black Star Burger? Шаверма. Прокисшая, братан. Шаверма. А я не ем. В Питере многоточие. В Питере чил. В Питере чил. В Москве многоточие. В Москве. В Москве fucked up. В Москве I'm feeling fucked up. Ладно, в Улан-Удэ многоточие. В Улан-Удэ. В Улан-Удэ шпана. Сэм и Эвардей только что стали братьями, да? Black and Yellow. Black and... Кого ты хочешь послушать из лайнапа? MC Сенечка. В последнее время, последние пару дней я часто слышу это имя. Ну, это чувак могёт. У него есть характер. У его музыки есть характер. Мне очень она вкатывает. Сенечка. Сенечка. Битмейкер. Санкт-Петербург. Самара. Почему из всех городов ты выбрал Самару? Да Самара рядом, просто с родителями переехали. Вот. Мне же всего 18. Тебе 18? Да. Да фок! Ты знаешь, сколько мне лет? Лет 28. Ой, я так молодо выгляжу, мне 38, братан. Серьезно? Да. Офигеть. Как ты вышел на эту культуру? С чего желание появилось? Я хочу делать хип-хап. Почему? Да у меня просто появилось желание делать биты где-то в восьмом классе. Да. Но мой стиль особо никому не нравился. То есть никто не был готов экспериментировать из тех, до кого я мог как-то достать. Вот. И я подумал, почему бы мне самому не записываться. И сначала я писал песни на английском. У меня до сих пор есть другой проект. Но он постепенно ушел из хип-хопа в синт-поп. Ретро-вейв, электронику различную. Готов к блицу? Не уверен, но можно попробовать. Смотри, в Питере что делать, многоточие? Пить. Камон, ты же MC Сенечка, ты же нео-олдскульный хип-хап, дай нам что-нибудь новое. В Питере? Делать брейкбит. В Москве? Делать баунс. Делать баунс, неплохо. А в Самаре? А в Самаре делать олдскул. Я у всех спрашиваю. Где лучший алкоголь в Питере? У меня дома. Ну, это само собой разумеется, на втором месте. В смысле, заведения какие? Ага. Вот я приезжаю в Питер, я хочу попробовать лучший алкоголь. Смотря... It depends of what you prefer. Oh, I prefer the best, my man. Which one? Коньяк, виски, liquor? Beer. I need some liquor that will make me like best for the girls. Like losing my tongue and stuff. Ah, it's just Jägermeister. Jägermeister. You know what it is. Работаешь с Jägermeister. Number one liquor in the world. Расскажи про новую татуировку, которую ты себе набил. Какую именно? Prolific. Prolific — это в честь Нипси Хассла. Это ты сделал, потому что ты... Тебе понравилась идея Нипси Хассла, или ты слушал его постоянно?
его взгляд на жизнь, на хасл, на музыку. Расскажи ребятам, что такое prolific. Ну, если дословно переводить, это плодовитый или плодородный, что-то такое. Ну, если ты prolific, то ты как Nipsey Hussle. А быть как Nipsey Hussle в работе. А? Меня зовут Али Джи, и рядом со мной... Hoff! Me! А я буду on me. To you. To you? Of me to you. Это самый крутой дуэт, который когда-либо появлялся в Санкт-Петербурге. Чего тебя ожидать, старик, в ближайшее время? Над чем работаешь? Ой, я так работаю, это пиздец. Ну давай, посвяти людей. Люди хотят знать. Я работаю, конечно же, как... над альбомом. Над альбомом. Мы сейчас пишем музычку полностью. Я перешел на что-то новое. Пишу с нуля музыку прямо на студии. То есть там мой битмейкер, ну не как мой, просто битмейкер, который делает мне музыку, Оса, пишет биты. И пока он пишет, я говорю, о, это охуенно. Или говорю, о, давай лучше другой звук. И пока я ему говорю это, у меня в голове рождается какой-то текст. Я его записываю на заметки, пока он делает бит. Потом в 6 утра... Будь здоров, это правда. Правда. И потом в 6 утра мы начинаем просто записывать его в студии, когда заканчиваем с работой над текстом и битом. И так ебашится альбом. Идет бит, и потом ты... Одновременно, одновременно. И мы сейчас зайдем в мастерскую покраса лампаса. Нига. Йоу, покажи мне, пожалуйста, одну работу, которую, по-твоему, должны увидеть они. Ну, пошли сюда. Из этих трех, в принципе, можно показать любую. Давай небольшой чуть-чуть. Комментарий художника. Слушай, это новая серия, которая одновременно про объем, про движение, то есть видишь линии, это история, которая пришла к нам из русского авангарда. Я это объединил с глубиной, с каллиграфией, которая имеет разные слои, разные тени. Вот, собственно, получается такая вот серия, которая поедет в Москву на выставку. Здесь две строки английские, две строки русские, потом снова две строки английские, две строки русские. Ну, смотри, вертикальный штрих раз, он просто декоративным стал, потом пересекающая линия и снова вниз. Сво... S-V-O-B-O... D такая, да. D... U. Носи свою свободу. Да, дальше на английский. Wear... W-E-A-R... Да. W-I-T-H. Да. With... Where your... Where... Oh, the fuck is this? Where with... Старик, это что такое? Это F обратно. Как это F? Тут три точки. Так, wear your freedom. И wear with feeling. Wear with feeling. Пиши в комментариях. Покрас лампас сломал Сэма в СПБ на Locals Only. Но я научился чуть-чуть читать каллиграфию. Яу! Эй, йоу, это черный мустанг на прогулке. Напиши в комментариях свой номер, мисс, и вполне возможно, я заеду и прокачаю твой пусси, girl. Это Studio 21, это черный мустанг. Как тебя зовут? Каролина. И это Каролина. Как мы назовем наших детей? Никак. Никак? Да. Почему никак? Ну, трудно назвать что-то, чего не будет никогда. Это Studio 21, это Locals Only, это СПБ, и это разбитые черные сердца. Каролина, ты разбила мое сердце. Я очень плохая, прости. У нас уже коннект? Да. А как думаешь, почему, с чем мы словились? Не знаю, каким-то положительным вайбом, может быть. Глаза? Да, у меня голубые, а у тебя карие. У тебя голубые? Да. Если смешать голубые глаза и карие, то на выходе получится. А может быть, карие, скорее всего. Я на биологии такое проходила, помню. Карие, а что да. Еще ты проходила на биологии?
всякое. Бракообразных там. Да. Кого? Секс, говорите, мы можем обо всем что угодно говорить, и люди будут это смотреть. Ну да, я понимаю. А он будет держать камеру. Ты знаешь, такое куколд? Да. Такая интересная поверхность. Это чтобы можно было прыгать трюки, вертеть доску под собой. И под собой? Ловить, да, и ловить, чтобы... То есть сверху? Ноги, да, и чтобы ноги не скользили, такой коврик делается. Давай придумаем новое предназначение этой поверхности. Что тут можно делать? Ну, можно много как использовать. Что тебе первое в голову пришло? Можно пикничок сделать на ней. Пикничок? Смелее, тебе другое в голову пришло. Смотри, я тереблю вот эту поверхность, что тебе в голову приходит? Салют. Салют. Как зовут? Леха зовут. А Леха. Сэм. Сэм? Белый? Серьезный? Да. Белый умеет прыгать? Конечно. Доказывай. В смысле? Мяч забирай. Мяч забирай. А, нужно мяч забрать. Фак! Фак! Белый не умеет прыгать. Раз, два, три. Счет. Раз, два. Что ты готов сказать своим белым братьям, которые не умеют прыгать? Прыгайте, блядь. Прыгайте, ясно? Один на один. Боря сейчас будет отстаивать честь всех белых, да? Конечно. Это полиция моды. Мы приехали в СПБ и нашли нашего первого клиента, которого зовут... Никита меня зовут. Никита. Никита, поясни за колготки. Это не колготки, ты чего? Это компрессионное белье. Я же играю, баскетболист. Ну да, конечно, все так говорят. Не сдавать, что нормально. 40 ден, 20 ден, 30 ден. Нет, потолще. 100, наверное. 100 ден? Ну не знаю, не разбираюсь тут мне. Ты комплексуешься из-за своих маленьких отложений здесь? Это не маленькие отложения, там большие отложения. Там не маленькие. А окей, где самый лучший алкоголь в Питере? У тебя дома? В смысле, поясняю. У меня дома. Я покупаю. Ты зовешь меня к себе домой? Нет. В колготках 100 ден ты зовешь меня домой? Ну, если ты в колготках будешь, то да, заходи. И мы будем как называться? Я не буду тебе говорить эти слова. У тебя длинный язык? Ну, достаточно. Не такой, как у тебя. Давай мериться. И я просто такая. У кого язык длиннее? По-честному, у него длиннее. У меня длиннее язык? Да. А у кого длиннее язык? У того? Какая-то поговорка, нет? Того выбирает девочки. Того выбирает де... Согласен? Ну, возможно. Как различать черных? По рэпу. По рэпу. По рэпу? Да. Что ты имеешь в виду по рэпу? Ну, я не знаю, а что ты хочешь сказать мне? Ты грёбаный расист. Нет, ты чё? Грёбаный расист. Привет. Привет. Как зовут? Соня. Соня, что ты делаешь? Фотографировалась. Почему именно здесь? Красиво. Что именно? Вид. А что там за вид? Я просто... Я думаю, что это Финский залив. А, это Финский залив? Да. А? Что-что? Что такое? Ты что-то спросила? Нет. А что ты делаешь на этом фестивале? Мы только пришли. За кем? Ну, конечно, за Оксимироном, посмотреть на него. Почему не Скепта? А вот спросите у Скепта, он, мне кажется, в депрессии просто. Ты хотела, чтобы он приехал? Очень. Больше, чем Окси? Мы ехали на Скепту, но не сложилось. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Хотите меню посмотреть? Или что-то узнать. Если вы хотите меня спросить про какую-то рэп-игру, то я не в теме. Big? Baby? Не знаю. Tape? Big Baby Tape? Что это такое, как думаешь? Что могло бы быть названо? Стойте, подождите. По-моему, там что-то связано еще с вайт-панком. Да? Просто... Даню я... Давай передадим привет Дане, Вайпанку и Биг Бэйби Тейпу.
Привет, Даня Вайтпанк. И Биг Бэйби. И Биг Бэйби Тейп. Это все один человек? Нет, нет. Нет? Нет, нет. Вы же в рэпе Грея, вы должны знать. О боже, я нашел Иисуса! Скажи мне, пожалуйста, почему ты не отвечаешь на мои молитвы? Я заказывал Xbox на 11 лет. Я заказывал белых пуси каждое Рождество. Я заказывал уметь читать рэп и чувствовать ритм. Где ты был? Водил евреев по пустыне. Бэм! Именем Тупака Шакура, Notorious B.I.G. и X-Tentacion я разрешаю этому белому брату читать рэп. Закрой глаза. Какой рэп ты теперь будешь делать? Я буду делать хороший рэп, чтобы был добрый вайб и у всех все было хорошо. Это Рэй Шреммерт, и им понравилась ваша толпа. One stupid question. People always ask me, how do you pronounce Рэй Шреммерт writes? Рэй Шрэм! That wasn't easy. Рэй Шреммерт, like gray, it rhymes with gray lizard. You guys, you had your last project in 2018, so the Shrimp was a triple album. Yeah. You guys working on something new, on something else now? Oh yeah, we both got solo projects about to drop, and we're currently working on Shrimp Life 4. Can you give us some dates? We can't give you any dates, spill too much tea on it, because it's still getting worked on, still getting cooked on, still getting fine-tuned, you know what I'm saying? So. But we played them a couple new songs today, like we played them some snippets of the new songs, you know what I'm saying, just so they won't be too, like, you know what I'm saying, they won't be too in the dark about it, you know what I'm saying, we wanna know, like, this shit finna bang, like, this shit finna go crazy, you know what I'm saying, Jim played one of his bangers, I played one of my bangers, he played two of his bangers. Do you know any local artists, do you know anything about Russian rappers? Like, yeah, there were lots of local rappers today at your show. Off me? Yeah, I like him, he's tight. Do you know any local rappers? Man, I don't even know, I'm not even gonna lie. But I would love to get to know some, though, you know what I'm saying? Shrimp Life. If We Studio 21 would connect you with a local rapper, would you be down to make a feature? Hell yeah! God, get in the studio tonight! Fuck my ass! Санкт-Петербург — это был отличный музыкальный хип-хоповский спортивный прием. Я послушал Bad Baby, Оксимирона, Рэй Шреммерт, Off Me, Gom Flada, поиграл в баскетбол и выяснилось, что белые умеют прыгать, но совсем чуть-чуть. Посмотрел на прекрасный финский залив, на белые ночи и белых людей. Короче, резюме. Говорят, что в Питере нужно кайфовать, отдыхать, а в Москве нужно втаскивать, поэтому я понес свою черную задницу в столицу.